Свыше 150 юных спортсменов боролись за первенство. Практически во всех дисциплинах лучшие результаты показали приднестровцы. В технической метании диска острая борьба развернулась между Анастасией Шпак из Каменки и легкоатлеткой из Тирасполя Александрой Исконян. Но каменчанка опередила соперницу почти на 1,5 метра, отправив снаряд к отметке 37 метров 37 сантиметров. Сегодня мои соперницы были хорошо подготовлены, но я собралась с мыслями и с духом и как бы победила их, и этим я горжусь. Григория Пальченко Нелли Антонович показала лучший результат в секторе для прыжков в длину с разбега, хотя специализируется в тройном прыжке. Самое главное – это настойчивость. Нужно не сдаваться ни при каких случаях. Даже если ты проиграл, все равно нужно идти дальше. Этот турнир дает возможности начинающим спортсменам набраться спортивного опыта, говорят тренеры. Холодная и дождливая погода многим легкоатлетам помешала достичь ожидаемых результатов, хотя некоторые побили даже личные рекорды. Мне очень понравились эти соревнования, потому что я улучшила все свои результаты. Я встретилась с многими девочками, которыми я бегала в других странах и в других городах. Детей много, и хотят они выступать, а стартов не так много, поэтому мы с удовольствием принимаем участие, и детям очень нравится, это их сплачивает. Они видят своих соперников, стараются быть похожими на сильнейших. Спорт действительно отвлекает детей от улицы, от плохих поступков, и родители очень этим довольны, потому что они заняты именно, дает здоровье, физическое развитие, и ко всему, и умственное развитие тоже повышается в занятиях спортом. Каменчане оказались самыми собранными. В их копилке 8 золотых медалей, 7 серебряных и 6 бронзовых. Вторыми по количеству призовых мест стали юные легкоатлеты из Тирасполя. Они увезли 19 медалей. По 11 спортсмены из Бендер и Бельц. Для того, чтобы продлить сезон соревновательный, тренировочный, заинтересовать ребят, мы проводим эти соревнования. Это последний старт такой основной перед чемпионатом Приднестровской Молдавской Республики по легкой атлетике по данным возрастам. Республиканский чемпионат по легкой атлетике стартует в пятницу, 27 сентября в Тирасполе. Александра Комплеева, Виарика Шпак, Первый Приднестровский.